В городе Кунаев за прошлый год зарегистрировано 2 случая попытки суицида. Пострадавших подростков госпитализировали и предоставили необходимую помощь. За текущий год не зарегистрировано случаев завершенного или незавершенного суицида, что объясняется системной работой специалистов и психологов. В Центре по укреплению психического здоровья подростков помощь получают жертвы буллинга, подростки с депрессией, а также проводятся мероприятия для улучшения психического здоровья и благополучия. В среднем центр посещают 10 тысяч подростков в год. И с начала этого года помощь уже получили более 8 тысяч человек. Подростки получают консультации по вопросам ранней беременности, профилактики СПИДа и других инфекций, передающихся половым путем, а также по вопросам репродуктивного здоровья и профилактики вредных привычек. Самый распространенный запрос со стороны подростков – это проблемы во взаимоотношениях с семьей, с родителями, со сверстниками. Это также проблемы выбора профессий, это страхи у детей, тревожность и депрессивные состояния. Большая ответственность лежит на родителях, потому что родители проводят большую часть времени с ребенком. Мы можем поработать, но потом ребенок возвращается в свою привычную среду.